Так, гимоголики, здравствуйте. Так, я надеюсь, слышно хорошо. Снова поприветствую гимоголиков на всякий случай, потому что микрофон был отключен, хотя звук я вижу, шоу. Я видел, как звук идет. Так. Надо прибавить немножко громкости. Вот, я проверил, я со 2 марта не заходил в Shirin the Wanderer Tower of Fortune and Days of Fate. И похоже, сейчас придумал, чтобы тут сделать, чтобы получить. Но не уверен. Тут уже видно, что может не получиться, но сейчас попробую. Управление еще позабыл, конечно, тоже. Сейчас попытаемся тут разрулить ситуацию. Вот этот я смогу толкнуть туда. Вот этот я безопасно вполне себе могу. Я сейчас, если получится, то я помню, как я сделал. Я покажу, как я сделал. Я хотел вообще на всякий случай записывать все попытки, но не было ни одной за вот этот месяц с лишним. А вот сейчас не стал, потому что думал, что пока вспомню, пока там оклемаюсь, ничего не получится. Ну, может получиться, смотрите. Очень осторожно, прям. Attention надо, чтобы был. Если вот этот сейчас толкну вверх, я не смогу. Да, надо сначала вот с этим что-то сделать. Я его сейчас в конец забабахну. Неужели получится? Вот это, как это называется-то? Не камбэк, а не реюньон. Что-то в духе этого. Что-то в духе этого. Легендарное возвращение. Вот смотри, сейчас я вот этот сюда. Да-да, получится. Получится, смотри. Ой, я в кнопках путаюсь, потому что, блин, больше месяца не заходил. Да, получается. Все, я резечу. Я сбрасываю это. И начинаю заново. Все, сейчас получится. Глядите, пацаны, девчата. Как это делают настоящие маэстро. Кнопки. Еще играл в Treasure Hunter Джин эмуляторе. Поэтому еще больше путаюсь в управлении. Там японщина, что тут японщина. Так, я сделал вот так. Я сделал вот так. И я сделал вот так. Да, все, точняк. Я бабахаю сюда, заталкиваю. Сразу куда полагается. Теперь вот этот увожу сюда, вот этот сюда. Таким же волшебным, непостижимым образом, который мне раньше в голову не пришел, запихиваю все на место. И это теперь оказывается здесь. Сейчас сделаю скриншот, чтобы пацанам, девчатам в Дискорде показать. А остальное буду записывать позже. Еще это, господи, трехминутное видео, что я, тиктокер, что ли, какой-то. Трехминутное видео делать. Нет. Я профессиональный ютубер, только большие ролики снимаю. Чего мне дали за это? Говно какое-то, которое я продам наверняка. Ну и все. Дальше уже потом. Это для затравки. Для затравки. Ну, потом. Сейчас я не буду, буду потом. Сейчас надо смотреть. Джейн Эйр. Это, знаете, из тех произведений, которые у тебя не лежат скачанными, не лежат на полке книжки. И ты думаешь, когда-нибудь, конечно, хотелось бы прочитать, но не в ближайшие лет 5-10. А тут, если вот попался под руку сериал, то почему бы и не посмотреть. Ну, спасибо. Ну, да ладно, кого я обманываю. Конечно, я загружу это видео, потому что у меня на канале не было видео больше месяца. Это для затравки, для напоминания о том, что я жив. Здоров, что тоже важно. И вообще тут как живем, дела делаем по-всякому, справляемся как можем. Желаю вам читать хороших книжек, смотреть хорошие вещи, слушать хорошие вещи и вообще быть хорошими, чтобы благо прибавлялось и вреда убавлялось. До свидания.